представителя Республики Крым. Значит, в настоящий момент, значит, у нас такими полномочиями обладает Ретинский Владимир Николаевич. Дело в том, что в Крыму, значит, существует раздельно апелляционная комиссия и судейская комиссия. Вот. Ну, я надеюсь, что в ближайшее время все будет приведено в соответствие. И, значит, я не знаю, мы можем сейчас, допустим, ввести Владимира Николаевича в состав СКК, как вы считаете? Вот вы как юрист. Я? Да. Конечно, можете. Можем? Конечно. Значит, кто за то, чтобы ввести в состав СКК от Крымского федерального округа Ретинского Владимира Николаевича? У них есть уже решение, да, какое-то? То есть, да, они присылали, да. То есть приписано все, да? Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А что вы члены? Нет, это плюс один, с 11 голосов. 11 голосов.